Разобрать автомат на скорость, как в школе, и сделать фотографию с оружием времен Великой Отечественной в руках. В день освобождения Бендеры у городского музея развернули вечернюю выставку. Военная история Бендер отличается от того, что было в Тирасполе в 40-х. Тирасполь освободили еще в апреле 44-го. А вот выбить фашистов из Бендер не могли еще 4 месяца. Все это время готовилась Яско-Кишиневская операция. Бендеры освободили только в августе. Это действительно длительная эпопея. Бендеры, была попытка прорваться южнее Бендер сразу сходу в апреле месяце еще, но, к сожалению, советским войскам это сделать не удалось и пришлось готовить новую операцию. На выставке перед Бендерским музеем советское оружие времен Великой Отечественной по одной единице каждого образца. Некоторые из экспонатов участвовали в войне, а что-то лежало на складах. Сейчас это часть частной коллекции. Оружие больше не может стрелять. В коллекции есть также форма и вооружение времен войны в Афганистане и современное, то, что сейчас используют спецотряды в Сирии.